Друзья, вот сегодня такое у нас огромное двухколесное счастье в четком воплощении во всей красе. Этого мотоцикла веет духом американских хай-вейв. 1200 кубиков на верхних клапанах позволяют себя почувствовать королем дороги. Вы полностью контролируете ситуацию. И пусть евроскептики скажут, ха-ха, да у него там подтекает масло, да он может быть неремонтно пригодный, да он ломается часто. Все это, друзья, ерунда. Выиграл тот, кто больше всего продал мотоцикл. А кто это на сегодня? Компания Harley Davidson. Успешная история которой, в общем-то, и началась вот с этих огромных knucklehead'ов, с таким 1200-кубовым двигателем. Здесь, друзья, чистая Америка. В конструкции, в духе, в маркетинге, во всем. И отдельное спасибо нашему другу Хуберту, который позволил нам прикоснуться за деньги к этой великой истории, нашел и продал нам этот мотоцикл. Счастья вам! Такого же двухколесного, большого. Приезжайте к нам, не стесняйтесь, заходите по ссылке. Смотрите на все мотоциклы, и любой может стать для вас источником эмоций. До свидания!